Партнеры проекта ЗАО «Ягодная», база пиломатериалов, доска почета, компания «Страда» и строительная компания «Камелот». Доска почета – это база пиломатериалов, на которой можно приобрести в любых количествах все от рейки до строганных изделий из дерева, а также крепежи, антисептики и другие сопутствующие материалы. Доска почета, телефон 457010. Яблони, груши, земляника. ЗАО «Ягодная» сделает уютным ваш участок. В наличии саженцы деревьев лиственных пород, усы земляники, плодово-ягодные деревья и кустарники, свежий картофель, биогумус и грунты. ЗАО «Ягодная». Ждем вас по адресам Попова, 22 и деревня Югрино. Мечтаете, чтобы ваш урожай радовал вас? Подкармливайте его только качественными и проверенными удобрениями. Джой, ваш помощник на весь сезон. Всем привет, друзья! Это финальный выпуск нашего любимого проекта «Первый городской дачник» на Первом городском канале. Меня зовут Оля Бакина, это Егор, а это Бим. И наша троица просто не может поверить своим глазам. 5 месяцев наших дачных приключений пролетели как один миг. Поэтому сегодня мы будем подводить итоги. Сегодня будем смотреть ваши видеоэкскурсии. И что, Егорушка? Делать шарлотку. И будем делать шарлотку. Поехали! Начинаем! Да, Бимушка? Спасибо первому городскому дачнику за такой клевый бассейн. А на летней веранде можно насладиться видом и попить чай. Поздравляем победителя! В этом выпуске мы вспомним всех победителей этого года и, дорогие друзья, подведем итоги сентября. Кстати, вы, как и всегда, выбирали победителей недели путем народного голосования. И на прошлой неделе победительницей стала Светлана Ильина. Светлана, мы вас поздравляем. А вот победителя месяца определят наши партнеры, компания BioVod. Именно они подготовили классный подарок. В этом месяце это купель. Совсем скоро узнаем, кому же она достанется. Девочка. Дорогие друзья, за 5 месяцев нашего проекта мы отсмотрели более 150 ваших дачных анкет. И любовались и на гигантский урожай, и слушали песни собственного сочинения, и даже смотрели поделки, украшения, сделанные вашими руками. Честно говоря, в мае удивить было сложнее всего, потому что, ну, не все расцвело на даче, но показать свою дачу выгодно можно и нужно. Лучше всех с этим справилась Надежда Андронова. Именно она забрала бассейн. Давайте вспомним, как это было. Я прибыл на эту местность. Я прослежу за одними из дачных семей. О, трудно работать. Трудно. Трудно. А какая у них красота? Вы только посмотрите. А как у них весело! Просто ловим лайк, расслабленно, спокойно, только кайф. Спасибо первому городскому дачнику за такой клевый бассейн. Спасибо первому городскому дачнику за такой замечательный и хороший конкурс. Спасибо спонсору «Все бассейны РФ» за замечательный бассейн. И еще отдельно спасибо всем родным, близким, одноклассникам, однокурсникам, знакомым, знакомым знакомых, которые отдавали нам свои голоса. Все 801 человек, спасибо вам большое! А вообще, дорогие друзья, за эти 5 месяцев наш проект стал не только конкурсной площадкой, но и настоящим путеводителем для всех дачников. Вспомните моих умельцев. Антон и Илья фактически полгода делились с вами бюджетными и очень крутыми лайфхаками. Они и садовую мебель мастерили, и украшали дачный участок как только могли. Между прочим, вы тоже не отставали. Вот, например, наша победительница в июне Юлия Юрлова не только показала свою красивую дачу, но и показала постройку бани. Этим и покорила наших партнеров и друзей, которые подарили Юле чугунную печь в баню. Давайте посмотрим и еще разочек насладимся этими кадрами. В городской квартире тесно, это всем давно известно. Дачу я решил купить, чтобы в ней полгода жить. Взял участок небольшой между лесом и рекой, но чтоб все было по уму, строить надо
самому. Строю баню, строю дачу, целый год уже и шачу. Там осталось-то чуть-чуть и можно будет отдохнуть. Сейчас теплицу я поставлю и забор слегка поправлю. Посажу кустов чуть-чуть и можно будет отдохнуть. Целый год кипит работа, сделал новые ворота. Лично скважину бурил, лично потолки белил. И среди цветочных грядок наконец навел порядок. Все закончил я, и тут захотелось сделать пруд. Всем привет! Мы победители июньского сезона «Первый городской дачник». Благодарим Первый городской канал и компанию «Вятский банчик» за такой прекрасный приз. А также благодарим тех, кто голосовал за наше видео. А я напоминаю, что за эти 5 месяцев у нас в проекте не было вообще никаких ограничений. Например, можно было снимать видео столько раз, сколько хотите, или показать все, что вашей душе угодно. Кстати, в этом году было очень много видео с участием детей. Так вот, Александра Балыбердина, например, покорила жюри своими садовыми дачными танцами и забрала у нас 2 кресла-мешка. Александра такая умничка. Давайте посмотрим. Всем добрый день! Меня зовут Саша, и сегодня я вам покажу сад моего дедушки и моей бабушки. Сложно не заметить, как много здесь красивых цветов. А этот домик дедушка построил специально для меня. И тут даже есть собственный прудик. А на летней веранде можно насладиться видом и попить чай. Вот моя нора. Да, кое-кто из нас имеет все. Ну-ка, зацени. Плоский плазменный экран 7x8. Всем спасибо за внимание. Ну, а я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилась моя экскурсия и наш сад. Спасибо за классный подарок Первому городскому дачнику и компании «Кресло-груша». Ну а сейчас предлагаю прерваться на небольшую рекламу и напоминаю, что во второй части нашего проекта мы продолжим подводить итоги этого дачного сезона. И, конечно же, расскажем про следующих победителей. Ривер Парк. Квартиры от 2 700 000 рублей. Бульвар для прогулок. Закрытый двор без машин. КСМ. Строим будущее. Успей на сезонную распродажу в Садовник. Скидки до 50%. На хвойные растения, рассаду клубники, товары для консервирования и многое другое. Садовник. Растите с нами. Кировский кирпичный завод – современное и единственное предприятие в Кировской области по производству силикатных строительных материалов европейского качества. Стройте будущее вместе с нами. В разгаре дачный сезон покупай печь в свой дом. В сети магазинов «Ермак» большой выбор надежных печей для дома и бани по доступным ценам, а также твердотопливные котлы, дымоходы и аксессуары. Адреса сети магазинов «Ермак» вы видите на экране. Телефон для справок 43-15-07. Всем привет, это проект «Первый городской дачник». Здесь, напомню, мы дарим классные подарки и подводим итоги сентября. А кроме того, вспоминаем все ваши дачные приключения за целых 5 месяцев. В первой части нашей программы мы уже напомнили вам, кто же забрал призы в мае, июне и июле. Двигаемся дальше. Но прежде напомню, мы не только весь сезон готовили, мастерили и любовались вашими дачными экскурсиями, но и давали дельные советы. Так вот, Антон Данченко сегодня, последний раз в этом сезоне, расскажет, как удвоить или утроить даже свой урожай. Антон, давай тебе слово. Полезности, они всегда нам нужны. Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как течет вода, как горит огонь и как цветут цветы. Чтобы они продолжали радовать ваш глаз, сегодня узнаем все секреты у специалиста. Мария, привет! Привет! Сегодня, я так понимаю, ты будешь мне рассказывать про красоту. Да, начало осени – это пора посадки красивых луковичных растений. В этом нам сегодня помогут комплексное гранулированное удобрение цветы и органическое удобрение биогумус. Их можно использовать как-то в комплексе? Ну, я рекомендую использовать их комплексно для лучшего результата.
Хорошо, давай по порядку, что это за удобрения и какой у них способ применения? Удобрение цветы – это эффективное комплексное гранулированное удобрение. Здесь разработана специальная формула для выращивания однолетних и многолетних цветов. А чтобы удобрение было еще эффективнее, я рекомендую использовать органическое удобрение «Биогумус». Это продукт переработки навоза крупного рогатого скота красными калифорнийскими червями. «Биогумус» имеет в составе комплекс макро- и микроэлементов, ферментов и питательных веществ, которые улучшают качество почвы. И при внесении он улучшает структуру почвы, делая ее легкой и плодородной. Про использование их в комплексе я понял, а способ применения какой? Ну, у них у всех на каждую культуру норма внесения разная, поэтому перед использованием обязательно используйте инструкцию. Угу. У меня тогда еще такой вопрос. Их использовать нужно только осенью или вообще в любое время года? Ну, в зависимости от того, как люди будут садить свои красивые цветы. А, то есть вообще, в принципе, можно использовать всегда? Да. А перед посевом я рекомендую использовать активатор корнеобразования для замачивания как раз-таки семян. Он применяется для всех овощных, плодовых и декоративных культур. Данное удобрение повышает приживаемость рассады, черенков и саженцев. А также он снимает стресс и способствует быстрой адаптации растений к новым условиям. То есть это не только для цветов? Да, то есть всем можно здесь замачивать все семена и саженцы. Способ применения очень простой. Одна таблетка растворяется в 100 мл горячей воды, а затем после растворения добавляется холодно до нужных объемов. В наборе здесь идет 2 таблетки, то есть вам хватит на 2 раза. В этом сезоне мы проделали колоссальную работу. Я желаю на следующий сезон вам большого, сочного и вкусного урожая. Увидимся в следующем сезоне. Это обязательно. Позаботиться о красоте вашего участка и будущем урожае поможет линейка профессиональных удобрений торговой марки Joy. Приобрести универсальных помощников можно на официальном сайте интернет-магазина, а также уточнить все подробности по телефону. Ну вообще, конечно, дорогие друзья, по правде сказать, мои любимые рубрики, ну конечно, кулинарные, чего мы только за эти полгода не готовили. Это вам и яблоки в кляре, и всякое мясо, и десерты, и даже глинтвейн варили, но... Дорогие друзья, творожные пышки, которые я вам очень рекомендую, можно готовить весь год. Давайте приступим. Привет, меня зовут Антон Данченко. Сегодня особенный день, потому что сегодня я буду готовить блюдо из детства. Это сладкое блюдо, но готовится оно будет также на костре. Готовлю я сегодня так называемые творожные шарики, ну или пышки, как называла моя бабушка их в детстве. Для них мне понадобится 3 пачки творога, мука, яйца, сода, мед. Растительное масло – это обязательно. Сахар, соль. Все очень просто. Начинаем готовить. Распаковываем творог и отправляем его в кастрюлю. Это будет своеобразное тесто. Отправляем яйца в наше тесто. Дальше добавляем немного сахара. Ну, как немного. 7 столовых ложек. 7 или 8. Смотрите по своему вкусу. 1 чайную ложку соли без горки. И половину чайной ложки соды. Если честно, мне кажется, что человек покупает соду всего лишь один раз в жизни. Ну и самое важное, открываем муку. Муки нам нужно примерно чуть больше стакана. Все это перемешиваем. Ставим сковородку на огонь и заливаем ее маслом. Дальше мы делаем следующее. Высыпаем муку на доску и выкладываем на нее тесто. Формируем из нее колбаски, обсыпаем ее в муке и разрезаем на шарики. Дальше отправляем наши шарики в разогретое масло. И финальный штрих. В нашу кастрюлю с пышками добавляем мед. Даем меду чуть-чуть растопиться, закрываем и делаем очень простое движение. Пышки немного постояли и готовы к употреблению. Еще увидимся. Пока-пока. А мы тем временем все ближе к развязке нашего проекта. Но, друзья мои, итоги подводить еще рано, потому что мы рассказали вам не про всех победителей. Например, в августе месяце мы разыгрывали мангал, и забрал его Руслан Шевякин, который показал нам свой авторский рецепт приготовления шашлыка. Очень вкусно. Сегодня я приготовлю очень необычное блюдо – шашлык в лаваше.
маринада шашлыка нам понадобится свиная шея, репчатый лук и специи для шашлыка. Здесь у меня уже намешано заранее соль, перец черный молотый, кориандр и зира. Приступаем. Ставим мясо для шашлыка. Оставляем мариноваться на 2 часа. Посыпаем специями и луком и перемешиваем. Прошло 2 часа, перемешиваем еще раз и будем одевать на шампура. Смотрите, какой замечательный. Думаем, будет сочный шашлык. Берем шампура и надеваем мясо на шампур. Ой, какое нежное мясо. Промариновал 2 часа, вообще достаточно. 4 кусочка идеально, больше не надо. Готов шашлык, надели на шампура. Сейчас идем подготавливать мангал. Шашлычок. Обязательно должен был мангал подготовлен. Седые угли никогда на раскаленные красные угли не кладите. Должен быть седой уголь. Вкладываем шампура на мангал. Ну и все. Шашлычок жарится. Колер какой просто прекрасный. Вот такой должен быть шашлычок с корочкой, приятный, никакой не горелый. Умейте правильно жарить шашлык. Вот и шашлычок готов. Сейчас будем заворачивать в лаваш. Выкладываем шашлык на лаваш. Посыпаем маринованным луком. И взбадриваем кетчупом. И заворачиваем. И несем на решетку гриль. Вот и наш шашлычок готов. С золотистой корочкой. Сейчас будем нарезать. Вот и готов шашлычок в лаваше. Посмотрите, какой сочный. А вот и подача готового блюда. Всем приятного аппетита. Спасибо Первому городскому за то, что проводят такие классные розыгрыши. Хотел бы поблагодарить отдельно спонсора «5 копеечек» за то, что предоставляют такие классные подарки. Всем спасибо. Ура! Ну что же, всех заслуженных дачников мы вспомнили. Самое время, дорогие друзья, передать слово нашим партнерам компании «Биовод». Они подведут итоги сентября и подарят купель. Вас приветствует компания «Биовод». Мы посмотрели все присланные видео и выбрали лучшего дачника. По нашему мнению, это Наталья Рустамова, участник номер 1. Поздравляем победителя! Ну что ж, дорогие друзья, сердечное поздравление всем победителям. И, пожалуй, на этом можно было бы попрощаться. Но не могу не сказать каждому из вас огромное спасибо, что были с нами на протяжении этих 5 месяцев. Программа «Первый городской дачник» уходит в затяжной отпуск, но мы обязательно вернемся в следующем сезоне. Увидимся весной 2024 года. Ну а пока, пока-пока. С вами была Оля Бакина. Буду сильно скучать по вам, мои любимые дачники. У четвероногого косточки хрупкие, мучают боли, проблемы в желудке. Скорей в Биосферу, и это не шутки. На страже здоровья круглые сутки. Ветеринарная клиника Биосфера. Всегда рядом. 24/7.